Здорово! Ровно год назад я записывал вот это вот видео, в котором показывал свой аккаунт, на который я не заходил целый год. На этом аккаунте я закупил очень много дорогих скинчиков, всяких наклеек и всего самого интересного. И это все подорожало в цене за этот год. Но с момента выхода того ролика прошел еще целый год. Я хочу сделать обзор этого аккаунта, посмотреть, насколько же вообще сильно подорожал мой инвентарь, и вместе с вами насладиться этим дорогим аккаунтом. Ребята, усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, ну и приятного вам просмотра. Честно скажу вам, очень сильно понравится этот мой инвентарь, я его никому не показываю, только покажу вам по секрету, потому что это мой скрытый аккаунт, который я держу в секрете, на котором я храню все свои наклеечки, либо какие-то инвестиции в стендофе. Вместе со мной посмотрим, все, усаживайтесь поудобнее, ну и приятного просмотра. Ну и перед тем, как мы приступим к ролику, я хочу по фастику рассказать, что у меня идет набор в прокачку. Как только на моем канале будет 720 тысяч подписчиков, я буду записывать прокачку, так что поскорее подписывайся, чтобы ускорить этот процесс, потому что как только будет 720 тысяч, я выпускаю прокачку. Также обязательно ставь лайк под ролик. Давайте соберем под роликом 10 тысяч лайков. Видосик очень интересный, так что, пожалуйста, поставь лайкосик, бро. Также обязательно подпишись на мой YouTube канал, если ты, как вот эти 70% зрителей, постоянно смотришь мой канал, но делаешь это без подписки. Бро, пожалуйста, подпишись, потому что мои последние ролики YouTube не продвигал из-за того, что очень много зрителей без подписки. Сам YouTube мне об этом сказал. Нужно, чтобы люди подписывались. Если они смотрят без подписки, ролики продвигать я не буду. Так что, пожалуйста, подпишись. Ну и досмотри ролик до конца, чтобы вообще узнать, что у меня на аккаунте. Но скажу по секрету, он стоит больше 500 000 голды в стендофе. Это просто капец какой дорогой аккаунт. И честно скажу, вы офигеете. Все, усаживайтесь поудобнее, погнали смотреть этот аккаунт. Так, ну что ж, ребята, вот я уже и запустился на свой аккаунт. На этом аккаунте я вообще не играю, то есть этот аккаунт у меня только для инвестиций. Здесь я храню все свои скинчики, которые у меня есть для инвестиций. И я вам его покажу, ребята. Олды его видели, но год назад. Посмотрим, как у меня вообще изменился аккаунт. Кстати, со мной еще Димасик Пулю. Здорово. Здорово, ребята. Ого, let's go. Я уже в шоке, ё-моё. Знаешь, почему я вообще тебя позвал в ролик? Ну, потому что ты трейдер. Я хочу повыпендриваться, чтобы ты понял вообще, что у меня есть в стендофе. Не, пацаны, запомните, трейдеры дурачки. О, все, ребята, его я зря позвал, походу. Ладно, смотри, сейчас я зайду в инвентарь. Спорим, ты офигеешь, потому что здесь уже 1382 предмета. Брат, ну что, как тебе мой инвентарь? Подожди, там наклейки 50-ки есть. То есть ты в шоке уже сразу? Ребята, я... Ребят, я надеюсь, вы видели ролик на моем канале, который был где-то год назад, там я уже делал обзор. Но я хочу вам показать еще раз, чтобы посчитать вообще стоимость, показать, что из скинов я продал и что, наоборот, докупил. Во-первых, на балансе у меня 45 тысяч голды, брат. Ты видишь? 45 тысяч голды. Это вообще жесть. Так, стой. Ладно, давайте, ребят, давайте к инвентарю мы перейдем попозже. Давай сейчас я хочу зайти на рынок и показать историю своих продаж. Во-первых, брат, смотри. Я продал АВМ Спорт за 2100 голды вот с такими наклейками. Потом я еще продал 2 стикера антикемпер по 7500 голды. Сейчас этот стикер стоит, ну, подороже, конечно, 17 тысяч, но я его продал по 7600. Также, смотри, я продал вот этому жесткому терсу М-ку Некромансер за 4700. Продал Трежер Хан. Hunter? Там больше же, Мари. Там, наверное, за 6к. Ну, грубо говоря, с комиссией. Смотри, с какими наклейками, брат. Ты лощишь? И он сейчас стоит 3000. Ну, короче, да. Потом я продал 2 раша вот этих по 3000. Они сейчас стоят, ну, столько же. Ну, короче, нормально я их продал. Кучу всяких ножей, потому что, ну, ножи они мне не особо были нужны. Если что, я продаю скины и потом голду перекидываю на основной аккаунт, чтобы записывать на нее ролики. Так, не что... О, вот этот стикер, он стоит... Сколько? Ну, сейчас... Нормально, я его продал за 5000. Потом рейлганчик, блин, вот сейчас он подороже стоит 6300. Стикер-пак, кстати, прошу заметить, я тоже его продал. Вот это самое обидное. Я продал ее очень дешево. Автозакуп сейчас на нее 50 тысяч голды. Брат, ты понимаешь? 50 тысяч, что? Сынка, почему меня не было в стендофе так долго? Я сейчас да. На рынок не захожу. Еще вот этот стикер, он сейчас стоит 2300, но я его подороже даже продал. Ну, короче, я сейчас, ребятки... Стой, там пешка зайдет, лего пешка. Сколько она сейчас стоит? Она сейчас стоит 1000. Ну, о, кстати, я ее подороже продал. Короче, давай я сейчас просто пролистаю, если будет что-то интересное, я покажу ребятам. Origin кейсы, блин, они сейчас стоят по 6000, я их продал очень дешево, но это было еще 1 января. Сюда, я просто не помню, когда я точно записывал ролик. Ну вот тут я еще попродавал скинчиков. Стикер
Сберпак, зайди, смотри, сколько он сейчас стоит. Капец, 7000, но спойлер, у меня их еще одна штучка имеется. Я могу его, в принципе, продать, но пока что делать я этого не буду, чтобы... Ну, ты трейдер, ё-моё. Да, брат. Ладно, все. Ну, здесь уже больше ничего толком интересного нету, так что переступим к инвентарю, ребят. И давайте сейчас будем считать стоимость моего инвентаря. Во-первых, ну, 46 тысяч голды у меня на балансе. Я это записал. Так, дальше идем. Два авика спорта. Два авика спорта, на продаже ничего не стоит. Два авика спорта. Ну, как думаешь, сколько стоят такие авики? Ты видишь эти наклейки? Мне кажется, это чисто по 7 тысяч. Я в натуре улетел. Реально? Чувак. Ладно, давай возьмем. Ну, смотри, ну, это имба. 5 тысяч. Давай 5 тысяч. Не будем сильно завышать. Ну, чтобы, ну, вот. Ладно, ладно. Давай 5 тысяч. Надеюсь, это не супер дорогая цена, потому что наклейки на них реально дорогие. Дальше у нас идут стикеры кицуны по 800 голды каждая. Их у меня сколько? Слушай, я даже сам не знаю, сколько у меня их. Ого, смотри. У меня их 15 штук ровно. То есть, ну, 800 умножаем на 15. Это сколько? Сейчас скажу. У нас уже, ребят, 68 тысяч голды. 68 тысяч. Ну, этот стикер, ну, 200 голды, пофиг, не будем даже считать. Так, стикер Mad Bad. Он, посмотри, вообще сколько стоит. Он очень сильно подорожал. Давай посчитаем. 4 тысячи голды я покупал по 2 чисто наклеить. Да. Ты голорочи, понимаешь? 2000, какие 44? Что с рынком, господи? Так, все, добавляем 44 тысячи. У меня этих, этот стикер, к сожалению, только один. Добавляю 44 тысячи. И инвентарь уже стоит 112 тысяч. Это вообще капец. Стикер. Дальше у нас стикер Мэд Санта, но это 9 тысяч. Я тоже это добавляю. Если напомню, что, уже они стоили по 600. Такие они стоили довольно-таки недавно, как, по-моему, я помню. Так, ну дальше акумы. Это не особо интересно, но просто посмотрите, ребят, сколько у меня их. По 50 голды каждый. Ну, я даже их, наверное, добавлять не буду. Я, кстати, только что заметил, 2000 предметов в инвентаре. Там что-то еще есть. Да, ребята, смотрите до конца, чтобы офигеть от моего скрытого аккаунта. Ты видишь, сколько биазардов? Брат, ты это видишь? Каждый из них стоит по 1000 голды. Итого это плюс 14 тысяч голды. Ну, это, сам понимаешь, это жестко. По 1000 голды их возьмем. Ну, я думаю, это норм. Так, идем дальше. Дальше у нас стикер Fire Color. Он сейчас стоит 150 голды. Но я не знаю, я не хочу их все считать, это очень долго. Ну, грубо говоря, у нас так 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Слушай, их, по-моему, 100 штук ровно. Давай, короче, закинем, давай, знаешь, сколько? 8. Давай 8 закинем, чтобы, ну, типа, близко было. Тут где-то 10 тысяч голды в них, на самом деле, в этих стикерах. Давай, ладно, ну, давай запишем. Давай чисто вот так запишем. Короче, ребят, давайте вы нам поможете и посчитайте, сколько же стоит мой аккаунт, вот этот трейдерский. Не дай, это было бы хорошо, просто... Так, идем дальше. Гангста Пампкины. Каждый стоит 10 тысяч голды. Брат, твои комментарии. Это вообще жесть. Это вообще жесть какая-то. Не, чувак, этот чувак переплюнул меня в трейде, он подколнул. Чтоб ты понимал, год назад этот стикер стоил, ну, по-моему, косарь голды или что-то такого. То есть я записывал ролик год назад, ребят, обязательно его посмотрите, чтобы посмотреть цены там. Это просто жесть. Цены очень жестко выросли, и из-за какого-то скупа скинов, там есть терс, какой-то жесткий донатер. Вот, сейчас уже... Если вспоминать тему, как и лунпаки только вышли, они стоят... Вот эти наклейки стоили по 60 голды. Да, это вообще жесть. Ну ладно, давай эти стикер-лампы тоже подписчики посчитают, но их довольно много. Они тоже подорожают, ребята. Вспомните мои слова через год. Они очень сильно подорожают. Да, брат, наклеечки это имба. О, еще два стикера. Пингвинчика, но они такие. Я не знаю, но это удивляться нечему. Два косарика, брат. Два косарика, да. Так, дальше фениксы. По 100 голды, ну. По 100, прикинь. Они уже выросли настолько, они, по-моему, по 20 голды. И они еще вырастут, брат, они еще вырастут. Ну, давай, знаешь, сколько запишем? Ну, давай, блин, я даже не знаю, сколько. Ну, полтора косарика. Ну, я думаю, да, вот это будет адекватное решение. Ну, я прям очень сильно, ребят, занижаю цены. Если бы я прям до копейки все считал, было бы дороже. Вот, допустим, здесь, ну, где-то 2000 голды, грубо говоря. Типа, вот в этих стикерах, я тоже это добавляю, уже 180 тысяч по моему калькулятору. Дальше очень интересный стикер. Смог гранат. Брат, ты понимаешь, я, что... Я его по 30 брал, я помню. Так, 10, 20, суть 20, да? Сколько? Капец, у меня их много. 30, 31 стикер. 31 умножить на 400, так, плюс. И это у меня уже 192 тысячи голды, брат. Это просто капец. Я не знаю, как я смог скопить. Да, я его не заметил. Он сейчас стоит очень много, но я думаю, я пока его не буду продавать, он будет еще дороже. У меня тоже снот есть, у меня тоже снот есть, он, по-моему, висит. Можешь пролистать, там должна быть. Еще
8к прибавляем. Так, так, ну давай, ладно. Во, канал Фулиус. Ну, брат, я бы на твоем месте пока не продавал их. Да, ну ты жесткий, ты жесткий, ты жесткий. Так, ну токсики, это, грубо говоря, 25 токсиков по косарю, ну ладно, по 700. Сейчас я тоже прибавлю, плюс 25. И еще, ребят, у нас 218 тысяч уже на балансе. Хочу напомнить, это еще, ну, малая часть моего инвентаря. Так, дальше, зона 9, у меня их 5 штучек тоже. Тоже прибавляем, плюс 5 умножить на 800. Итого уже 222 тысячи, брат, понимаешь? У меня сейчас мозги вылетят. Стикеры Бу, брат, ты видишь, сколько их? Ты видишь это количество? 18 штук по 2500. Плюс 18 умножить на 2500. Это уже 267 тысяч. Ребят, если вы в шоке, то, пожалуйста, поставьте лайк. Потому что я думаю, что я через год опять запишу ролик на этом аккаунте, насколько жестко подорожали мои скины. Так, дальше, стикеры клоуны, брат. Ты видишь это количество? Я уже речи теряю. Я надеюсь, ты в шоке с этого количества. Потому что, когда год назад я записывал, это стоило намного дешевле. Уже 293 тысячи голдын. Так, дальше стикер Christmas HE. У меня их не так много. Давай плюс о нем. Ну... Довольно-таки да, давай 5000 плюс о нем, потому что давай 10... 5000. Да, 10 стикеров. Короче, по 500, 5000. Так, Danger Zone. Очень красивый стикер. У него огромный просто потенциал. Блин, а сколько у меня их так? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 умножить на 200. Так, плюс. Это 312 тысяч уже суммарно голды. Я не буду это все пока что продавать. Только вот если мне супер сильно понравится голда для роликов, я хочу реально это, ну, держать очень долго. И поэтому я никому не полю свой одишник этого аккаунта, чтобы меня никто не нашел, там, не взломал еще, не дай бог. Ну, это, давай, короче, плюс, ну, сколько? 10, 20, 30, 40. Короче, 4000 голды плюс о нем. Итого уже 316 тысяч голды. Так, стикер Дракула, брат, стикер Дракула. Это вообще легендарный стикер. Так, их у меня сейчас, получается, 14 штук, и каждый по 2000. Ну, скажи честно, ты в шоке? Слушай, я язык проглотил. Ты там сидишь, трейдишь, а у меня тут уже 344 тысячи голды. Да, я сижу, трейджу, а выгоды нет. Смотри, Evil Pumpkin, 9 штук по 2500. Добавляем это тоже, плюс 9 штук. Слушай, может, у меня на аккаунте теперь трейдится, я не знаю. Ребята, 366 тысяч голды. Ребята, я еще раз повторяю, закупайте наклейки в стендофе, просто, ну вот, закупайте, если у вас есть лишняя голда. Я потому что сколько записываю ролики, сколько говорю вам закупать наклейки, не знаю, почему вы их не закупаете, это очень выгодно. Блин, я даже уже устал считать, честно скажу. Ребят, давайте вот я вам просто сейчас дальше буду показывать, а вы в комментариях посчитайте. Но пока что 366 тысяч голды я уже сам насчитал. Так, стикеры газмаски, потом гости. Их я посчитаю, потому что они дорогие. Их у меня 25 штук по 1500. Так, плюс 25 штук умножить на 1500. Это 404 тысячи голды. Брат, ну, ты понимаешь, это очень жестко. По сути, если я все продам, я могу даже тычки купить себе. Это просто жесть. Так, хот-ганы тут идут, ну, это, если что, вы, ребят, посчитайте сами. Этот стикер, ну, короче, а все стикеры, которые сейчас стоят голды по 100, через год будут стоить по 1000. Я вам это отвечаю, так что, ребят, ну, думаю, есть смысл закупить хотя бы по одному стикеру каждого вида. Не обязательно. Слушай, Данил, а давай ты, типа, вот так глаза, типа, скосишь, понял, как китайцы, вот будешь вот так теперь сидеть, потому что это китайцы только делают. Сам китаец, я японец, я фанат аниме. Так, стикер мумия, у меня их 7 штучек по 1500 голды, это еще умножить на 1, так, плюс 7 умножить на 1500. Это уже 414 тысяч, обалдеть. Что-то я сам немножко офигел, я думал, там будет, ну, поменьше, ну, еще все впереди. Так, стикер радиэйшн, по 100 голды, ну, ребят, ладно, это вы тоже сами, пожалуйста, посчитайте, потому что мне очень сложно уже считать. Мне... Так, стикер раш, у меня остался один такой стикер, я их попродавал, добавлю 4000. Итого у меня уже 420 тысяч голды, грубо говоря, на аккаунте. Так, стикер Snow Queen, брат, они тоже очень сильно подорожали, грубо говоря, 6000 добавлю, у меня их 10 штук, и я вообще в шоке с этого. Уже 425 тысяч. Токсик, он стоит косарь, я не понимаю, как он столько стал стоить. Косарь, у меня их 16 штук по косарю, я добавляю 16 тысяч. Брат, ну, вообще, скажи честно, ты в шоке? У тебя появилось желание скупить наклейки на всю свою голду? Желание чисто купить наклейки и через 3 года вернуться в стендов.
Это нужно сделать. Итого уже 440 тысяч стоит аккаунт. Это просто жесть. Так, дальше стикер зона 9. Ну, их не так много, ребят. Ну, вы сами их посчитайте. Дальше зомби. Тоже клевый стикер. Их у меня сколько штук? Ну, 11 штук по 1500. Сейчас добавлю плюс 1500 умножить на 11. Это уже 457 тысяч. Это очень жестко. Кстати, граффити, они тоже стоят всего 21 колду. Ну, я думаю, перспектива у них тоже неплохая довольно. Да, потому что... Граффити красят. Ну, да, они прям очень хорошо. Это, короче, как первые наклейки, только это первые граффити. Они будут много стоить, так что вот смотри, сколько их много накупил. Я думаю, в этом есть смысл, ребят, тоже закупайте граффити. И просто, ну, лучше тратьте, чтобы они быстрее дорожали. Просто видишь, как у меня граффити? Так, ой-ой-ой, я уже пошел к своему инвентарю. Чуть-чуть райвел кейсиков. Мы видели. Ну, я его, кстати, не добавлял. Давай я его добавлю. Так, плюс 7 тысяч. И плюс у меня 5. Ну, короче, плюс косарь за райвел кейсики. Итого уже 465 тысяч. Идем дальше. Дальше у меня перчаточки Living Flame. Очень люблю эти перчаточки. Они из лимитированной коллекции. Они стоят 3 тысячи. Я это уже добавил. Потом М-ка некромансер. У, 5к, нифига себе. Да, это жесть. Поднимается. Так, 5к. Потом, смотри, Ави Гир с наклейками за 4 тысячи суммарно. 3 винджета. Каждый по 500 голды. Это 1500. Я тоже сейчас это добавлю. Так, и уже 474 тысячи. Потом, М-ки некромансеры, брат. Это самое жесткое. Ну, я их не буду тратить. Так, у меня их сколько? 18 штук. Так, плюс 500 умножить на 18. Итого 483 тысячи. Ну, блин, ладно. Я уже устал считать. Уже 483 тысячи. Я просто сейчас буду спускаться вниз, ребят. Вы сами смотрите на скины. Какие-то супер дорогие скины я буду добавлять. А дешевые я буду скипать, потому что, ну, вы сами понимаете, ребят, все это считать вам, ну, надоест смотреть. Я просто хочу уже побыстрее вам показать все свои скины. Так, идем вниз. А там самое интересное. Кстати, вот этот авик, это прям вообще просто... Ну, я думаю, 1003 он, в принципе, и стоит. Вау, вообще вот такой коллаж, кстати. И вот такой. Ну, нет, и вот такой! Так, еще что тут интересного есть? Так, блин, я даже не знаю, что еще тут интересного есть. Я просто очень редко сюда захожу, как бы это мой забытый аккаунт. И сюда, о, пришли к наклейкам. Но я здесь уже многие показал. Такие перспективные довольно, слушай. Да, вот эти пикбои. А, я вот эту наклейку даже не показал. Гуль за 400 тысяч голды. Прикинь, просто забыл 400 тысяч голды добавить. Так, 400 тысяч голды добавляем. Того уже, грубо говоря, 400, ну, почти 500 тысяч. Давайте 500 тысяч засчитаем. Так, дальше стикеры Rage, стикер Sweet Armor. За 4 тысячи голды, как я его скипнул. Так, стой, может, я еще какой-то стикер дорогой скипнул? Не, вроде ничего не скипнул. Да, я его засчитал. Так, аккордеоны. Очень перспективный стикер. Добавляем тоже 5 тысяч. А, итого уже 506 тысяч. Но тут уже дальше идут такие... 500 тысяч, ты перестал. Так, это я показывал или нет? Не, не показывал. Ну, не показывал. Короче, ребят, остановимся на том, что аккаунт стоит 500 тысяч. Минимум. Минимум. Просто я уже чуть-чуть запутался в подсчетах. Тут еще есть стикер Harry Ghost. Тоже перспективный очень стикер. А, ну и очень много всяких наклеек, ребят. Сами видите их. Вроде бы еще... Стоп, что я вам еще забыл показать на этом аккаунте? А, ну, предметы, ну, которые у меня стоят на рынке. Во-первых, антикемпер за 22 тысячи. С моей аватаркой. Еще один. Так, Treasure Hunter вот с такими наклейками. Это вообще... Просто жесткий коллаж. Это, ребят, я напоследок оставил. Так, дальше Мэтт Санта. Стикер у меня их на продаже 4 штуки. И каждый из них стоит по... Вы сами посмотрите, сколько. Думаю, ребят, вопросы у вас отпали. Так, дальше стикер Бэтрайдер. Тоже сколько он стоит? Я в шоке. Так, ну... Я не знаю, что еще. Глок вот такой с наклейками есть. Коллаж такой есть. Тоже с довольно дорогими наклейками. Ну, вы сами видите, ребят, Инферно Скулы. Это тоже капец как. У меня их тут стоит много. Вот. Ну, в общем, ребят, вы сами видите, это такая... Есть еще такая МП-7-очка, Мэтт Санты, Drop the Bomb. Стикер прикольный, очень красивый, перспективный. Вот, ребята, к сожалению, на этом данный видеоролик подходит к концу. Я постарался показать вам этот аккаунт спустя год. Надеюсь, вы смотрели прошлый ролик, который я записывал год назад. Ребята, вывод этого ролика такой. Закупайте наклейки, если у вас есть лишняя голда. Через годик вы забудете про эти наклейки, а потом вспомните, что они стоят просто, ну, капец каких денег, и офигеете. Сами видите, на примере этого моего аккаунта. Можете посчитать в комментариях, сколько он стоит. Я все это буду продавать, и со временем... тратить на ролики, на прокачки, так что эта голда пойдет на пользу, ребята. Возможно, я запишу ролик на этом аккаунте через год, так что, ребята, подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть, сколько будет стоить этот аккаунт через год. Ставьте обязательно лайки на видосе, ну и тыкайте на видос, который появился у вас на экране, потому что он тоже очень интересный. Ну и на вот этого, ну, Басика, Димасика тоже подпишитесь, потому что, ну, не зря же он сюда пришел в роли. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.